В заповеднике Франции живет касатка, которая научилась повторять некоторые слова дрессировщика. В частности, она умеет произносить слова «привет» и «пока». Это уникальный случай, единственный в своем роде. Как отмечают эксперты, только киты и дельфины способны повторять звук, который раньше никогда не произносили. Морские млекопитающие – лучшие ученики в этом плане. Чтобы проверить, насколько морские обитатели умны, касатку Эмми усердно учили произносить человеческие слова через дыхало. Работа, как оказалось, была не напрасной. Животное научилось выговаривать «привет», свое имя, считать до трех и так далее. На данный момент ученым известен интересный факт. Каждая семья касаток общается на своем диалекте. Сородичи могут копировать речь других особей, однако при этом сохраняя свой язык. Эксперт Хосе Абрамсон из Мадридского университета Комплусе в Испании предполагает, что в будущем удастся побеседовать с касаткой. Правда, для этого животному придется выучить не один десяток слов. Давайте послушаем сами, как говорит Эмми. One, two. Hello. 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 One, two, three. Человек считает себя венцом творения, так как смог научить говорить на своем языке глупое животное. Насколько ли глупы эти животные, если могут осознанно воспроизводить человеческую речь? Человек же настолько умен, что так и не смог научиться понимать язык окружающих его животных, не говоря уже о том, чтобы выучить хотя бы примитивный язык касатки.